Трой Джозефс набирает первое очко в этом сезоне. До старта сегодняшней игры у него зиял показатель минус 2. Максим Березин также записан в ассистенты. Первое очко в сезоне у Максима. Он был активен тоже в матче против СКА. 3 броска в створ. При этом 3 броска соперника заблокировал и отметился силовым приемом. Четвертая тройка пропустила у «Динамо». Не знаю, все ли вышли к тому моменту. Но это тройка Артема Швеца Рогового. Он точно был на площадке. Максим Джиашвили и Артем Михеев сейчас на льду. Плей-офф оформил передачу. Как раз в серии против «Авангарда». Ну и напомню, что в прошлом году «Динамовцы» также стартовали с одной победы в 3 встречах. Но потом выдали очень яркий отрезок. 13 матчей и 10 побед в совокупности со старта сезона. Так что кто его знает, что приготовили ЦСКА. По сути, вот с 12 по 17 число это тоже такая маленькая, ну, московская серия, да? Не буду называть ее ни в коем случае домашней. Болельщики на это реагируют очень трепетно. Болельщики «Лады» отмечают первый успех своей команды в этом сезоне. 2 поражения, а вот сегодня победа.